Імя героя Беларусі, героя сацыялістычнай працы Александра Дубко прысвоена Грузінскай гарадской гімназіі. З нагоды знаменальнай падзеі ў навучальнай установе прайшоў урачысты мітынг. Як было азначана прысутнымі, рашэнне прысвоіць імя Александра Дубко гімназіі абласнога цэнтра не выпадковае. Установа з'яўляецца адной з лепшых у рэгіёне і годна з гонарам насіць імя, прытрымлівацца жыццёвых і прафесійных арыенціраў славутага дзеяча нашай краіны. Мы приняли решение, чтобы наша гимназия была под именем Александра Иосифовича, потому что замечательный человек, почетный гражданин города Гродно, человек, который очень много сделал для этого города. И этот учебный год, последний его день, мы заканчиваем как Гродненская городская гимназия и начинаем Новый год уже как Гродненская городская гимназия имени Александра Ильича Дубко. Надо будет работать еще больше, быть еще более успешными, быть еще более трудолюбивыми и достигать еще больших побед и успехов. Яго прозвішча добра ведае кожны беларус, а тым больш жыхары Прынёманя. Александр Дубко – чалавек-легенда ў найноўшай гісторыі суверэннай Беларусі. За вялікі асабісты ўклад у сацыяльна-эканамічнае развіццё краіны і вобласці ён удастоены высокіх урадавых узнагарод. А за выключныя заслугі перад дзяржавай і грамадствам прэзідэнт прысвоіў Александру Дубко званне Героя Беларусі. У абласным цэнтры ўжо ёсць імянная вуліца. Адораным навучэнцам штогод уручаецца прэмія Александра Дубко. Да слова, навучэнцы Гродзенскай гарадской гімназіі 18 разоў станавіліся яе стыпендыятамі. Падчас урачыстага мітынгу з нагоды прысваення ўстанове імя славутага грамадскага дзеяча і героя Беларусі была адкрыта і экспазіцыя, прысвечаная Александру Дубко. Сабраныя матэрыялы, фатаграфіі, сямейныя граматы, ордэны. Найважнейшымі эпізодамі, якія звязаны з жыццём і дзейнасцю Александра Дубко, падзяліліся яго блізкія. То, што здесь представлена, это все наше, домашнее. Эта экспозиция, она у нас считается не экспозиция, а просто наш домашний архив. И поэтому мне было с чем поделиться. У нас очень большое количество всяких фотографий, там, рисунков и всякие рабочие его фотографии. И мы все старались это представить. То, что девочки приходили и выбирали, и я все представляла им. Акрамя экспазіцыі у гімназіі плануюць адкрыць дошку гонару Александра Дубко. Паралельна тут працуюць над зборам матэрыялаў для будучага музея. А з новага навучальнага года гімназісты грунтоўна зоймуцца даследчай аўтабіяграфічнай работай з наступным напісаннем навуковых прац аб героі Беларусі. В настоящее время в Республике Беларусь уделяется достаточно большое внимание. Это патриотической составляющей, идеологической составляющей. Как молодежи, так и, в принципе, нашего взрослого поколения. И сегодняшнее мероприятие, которое проходит в городской гимназии, оно дает достаточно такой хороший отпечаток. Не только для того, чтобы дети хорошо учились и стремились, но еще определенную значимость того, что на сегодняшний день учреждение образования носит такое великое имя Дубко, которое, наверное, любой человек, который находится в нашей области, и за пределами области на сегодняшний день знает. И поэтому надо стремиться к тому, чтобы знать свою историю, идеологию знать и воспитывать в детях наш патриотизм.